مغلوب دیه یازلده من تقدر مکتوب ده خیانت که ینگلدم به وفا یار قولده او سینده نازگسی یو یورگم مزدسی یو سن کارش لنج ده یشیده لیکن اونو دلده سی یو ishonchim yo'q 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 qolmadi quvonchim yo'q 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 endi yonimda yo'q 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 sevgiga ishonchim yo'q 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 qolmadi quvonchim yo'q 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 endi yonimda yo'q yo'q Здравствуйте, как вы? Сорвинос на самом деле должна быть им невесткой. Вы слышали их слова? Слышали? Зачем мы вообще пришли, а? Можно было заглянуть вечером. Мы не подумали, не подумали. Эй, что ты опять хочешь, а? Что нам делать? Вот стоим хорошо. Мы делим радость наших сватов. Лучше бы мы не делили эту радость. Мне надоели слова этих людей, соседей. Разве я ради этого пришла сюда? Эй, ты не слушай их, а сразу дай ответ, хорошо? Кому из них, а? С кем из них мне спорить? Разве можно заставить молчать их? Нельзя. А меня? Мнение людей совсем не интересует. Главное, чтобы молодые были счастливы. Хорошо? Сорвиноза не стала на той свадьбе. Но мы же взяли невестку Малику. Все, дело сделано. Чего они еще хотят? У наших детей скоро будет ребенок. Эй, у нас будет внук. Да. Не обращай внимания на слова людей. Вам легко это говорить. Я стою... С приветствием на свадьбе девушки, которую хотела сделать невесткой. Начинается. Мне обидно. Мне очень обидно. Слушай, если тебе обидно, иди. Зайди в дом и сиди там. И еще, заткни уши ватой, хорошо? Дорогой, иди. Вы никогда меня не понимали. Никогда. Да, идите вы. Зачем я только пришла сюда? Так тебе и надо. Сорвинос, я сейчас очень счастлив. Ты не представляешь, как я хотел увидеть тебя в этом белом платье. Ты тоже счастлива? Матушка, вы не подготовились? Я не пойду на свадьбу. Ведь это свадьба вашего единственного внука. Вы и вправду не пойдете? Я в трауре. После свадьбы в этом доме ничего не изменится. Все будет по-прежнему. В этом доме не будет песен и плясок. Ты сама пойдешь и сама приведешь невестку. Как скажете, матушка. На свадьбе сама будь в главе. Говори ребятам, если что-нибудь необходимо. Если появятся какие-нибудь проблемы, позвони мне. Хорошо. Я поняла, матушка. Лабар, идем. Машина ждет. Да, я надену туфли. Лабар! Ты останешься со мной.
тебе счастливого пути. Хорошо, матушка. Спасибо, бабушка. Эй, Булат, почему ты такой грустный? Расслабься немного. Ты же дочь свою выдаешь замуж. Я до сих пор переживаю. Почему-то сердце мне говорит, что я ошибаюсь. Понимаешь? Эй, прекрати такие разговоры. Хватит. Твоя дочь кажется счастливой. А? Супруга твоя спокойна. Все хорошо же? Друг мой, все. Не мучай себя. Все равно. Я, как отец, ни одну свою дочь не проводил с радостью. Ты видел, свадьба Малики была в попыхах. А моя Сорвинос стала невесткой человека, которого я ненавижу. Булат, в каждом деле есть что-то хорошее. Понимаешь? Бывает то, что предначертано судьбой. Булат, сколько бы мы с тобой ни старались, все без толка. Булат, значит, на лбу Сорвиноза написано быть с этим шахзодом. Куда мы уйдем от этого? А? Все, ты успокойся. Заходите. Что случилось, мамочка? И люди никак не расходятся. Раз было сказано, что свадьба будет маленькой, почему люди не уходят, а? Им лишь бы увидеть бесплатное представление, не уходят. Для них нужна только тема. Они не уйдут, пока не обсудят. Господи, а? Господи. Доченька, я надеюсь, всем, кто спросит, вы говорите, что вы беременны, да? Вы не говорите что-нибудь другое? Мамочка, да. Тем, кто у меня спрашивает, есть ли какая-нибудь новость, я говорю, что я беременна. Но, мамочка... Что «но»? На некоторые вопросы я не знаю, что ответить. Что за вопросы? Я же не знаю, как ведут себя беременные женщины. Как они себя чувствуют? Я боюсь сказать что-нибудь не так. Доченька, дорогая моя, разве беременные женщины изменяются? Они такие же, как и обыкновенные женщины. Не переживайте так. Хорошо, мамочка. Но не теряйтесь, чтобы никто не узнал. Говорите точно. Хорошо. И ясно. Сынок, сегодня свадьба твоего сына. Я даже не могу сказать, чью дочь мы берем в невестки. Да, он женится на дочери твоего убийцы. Ты не обижайся на меня, сынок. Мне тяжело на сердце. Я сама только сама понимаю. Мне обидно.
Мне обидно, что дочь твоего убийцы будет моей невесткой. Я не хотела этого. Чтобы дочь твоего убийцы была моей невесткой. Прости меня. Прости меня, сынок. Прости. Ладно. Что теперь будем делать? Не знаю. Как не знаешь? Я на свадьбу пригласил таких видных людей. Кем мы будем в их глазах? Если ты не можешь справиться со своей дочерью, зачем надо было начинать эту свадьбу? Собраке, мы тоже не думали, что все будет так. Мы и сами переживаем. Кому нужны ваши переживания теперь, а? Вы знаете, как мы готовились к этой свадьбе? Сколько мы потратили на нашего единственного сына? Вы можете представить, что это за дочь вы вырастили? Мама! Что, мама? Во всем ты виноват. Ты уперся, желая жениться на этой девушке. Вот какая она оказалась. Убежала с другим в день своей свадьбы. Разве она поступила бы так, если была бы хорошей девушкой? Будьте осторожнее в выражениях. Сколько приданого мебели, сколько известных артистов из-за какой-то девушки. Вы не можете себе представить, какие расходы были на эту свадьбу. Мы молчим. Но это не значит, что надо переходить границы. Что вы говорите? Это ваша дочь сбежала? Вы опозорились? А еще меня упрекаете? Тоже мне. Не говорите так о моей дочери. Каждый сам делает себе вывод из услышанного. Где ваша дочь? Найдите мне ее. Почему вы раньше не сказали, что вашей дочери нельзя верить? Что она убежит с другим? Почему не сказали? Мы бы действовали по-другому. Замолчите вы или нет? Не закрывайте мне рот. Выбирали, выбирали и довыбирались. Вот, вот теперь оказались в таком положении. Как я могла вообще прийти к вам домой? Во всем ты виноват. Смотри, какую ты девушку выбрал. Стой теперь, молчи вот так вот. Я нашел выход. Почему? Почему я тогда поторопился? Почему я не подождал ответа Сорвинос? Дурак, я дурак! Нет. Так не пойдет. Я не могу спокойно смотреть на все. Я всем вам покажу! Thank you.
Все идет хорошо. Извините. Что такое? Все нормально? Это девичьи разговоры. Я прошу у вас разрешения на 5 минут, хорошо? Ладно, только не задерживайся. Нет, нет, мы быстро вернемся. Подожди, я подниму твой подол. Вот, посмотрите. Ассаламу алейкум. Скажите мужу, пусть скажет бабушке Афат, пусть поговорит с бабушкой Афат, пусть покажет мне моего ребенка, прошу вас, не отказывайтесь, дайте увидеть хоть один раз. Невестка? Шерали. Как вы, соседка? Вы не делаете свадьбу в каком-нибудь ресторане? Мы решили сыграть маленькую свадьбу в кругу близких друзей. Потом отпразднуем здесь. Вы будете гостей. Пусть молодые будут счастливы, это самое главное. Спасибо. Ладно, соседка, еще поговорим. Да, сестра, все хорошо? Спасибо, хорошо. Политеке, все хорошо? Что-то нужно сделать? Да, да. Ты и мама пригласил, чтобы прочитать да, никях? Да, конечно, пригласил. Все нормально. Сейчас они подъедут. Когда приедет жених и невеста? Сейчас позвоню и уточню. Быстро узнай. Хорошо. Мағлуп дея язылды, мен тақтыр мәктубыда. Хиянатке енгелден, бевафа йор қолыда. О, сенден озгасы йок. Yuragimi mazasi yok Seni korish ilincide yaşaydı Lekin onu deldesi yok Yok Sevgige işancım yok 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 Kalmadı kuvancım yok 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 Endi uyanem de yok 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 Sevgige işancım yok 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 Kalmadı kuvancım yok 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 Gel gel men
onamga bari yaxshi deyman aldabonamga mag'lubman kuchim yo'qoldim ojiz yengildi muhabbat o'yiniga yana yurak tinmayin aldanar u daydi 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 borma yurak o'zi qaytib kelar u mayli 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 yo'q sevgiga ishonchim yo'q 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 qolmadi quvonchim yo'q 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 Это тот парень, который выкрал сорвинос в день свадьбы. А почему никто не пьет чай? Дочка, ну-ка, берите, угощайтесь. Вы заварите новый чай. Хорошо. Угощайтесь. Угощайтесь, угощайтесь. Братик, ну-ка угощайся. А, Влад, подними свою голову. Ты почему такой хмурый? Я уже начинаю переживать. Хорошо, хорошо. Вот так. В нашу молодость свадьбы проходили совсем по-другому. Да, свадьбы играли во дворе, правильно? Ну ладно, вот наступит вечер, и мы дадим жару. Ну-ка берите, угощайтесь. Валикум ассалам. Салам алейкум. Спасибо. Добро пожаловать. Ну, как? Все хорошо? Угощайтесь. Давайте. Братья, берите, берите. Дело сделано. Можно их провожать? Да. Все, тогда провожаю, да? Провожай. Брат, давайте, угощайтесь, не стесняйтесь. Давайте. Все хорошо? Да-да, все нормально. Я сейчас. Сестра, перестаньте плакать, прошу вас. Мне тоже хочется плакать, смотря на вас. Вот увидите, вы будете самой счастливой девушкой в мире. Я знаю. Вы приняли это решение из-за меня. Не говори так, Малика. Ведь и ты пожертвовала собой ради меня. Я это сделала не только ради вас, но и ради родителей, ради нашей семьи. Я все делаю, только думая о родителях. Прошу вас, вы тоже думайте только о них. Ты тоже не плачь. Тебе в твоем положении нельзя плакать. У меня есть просьба к тебе. Не обижай Умитаке. Сарвинос, Малика, вы готовы? Почти готова. Ой, все еще сидите, плачете. Давайте быстрее, мы опоздаем в ЗАГС. Я подожду во дворе. Ой, какая ты красивая стала. Хватит, не плачь.
Тетя, пришел у Митаке. Вы посидите, мы сейчас. Сейчас. Все нормально? Что случилось? Да, все в порядке. Ну-ка, берите, угощайтесь, ешьте, давайте, давайте. Ну, давайте. Шахзод! Что вы стесняетесь? Шахзод! Я сейас. Вы сидите, сидите, не шевелитесь. Ты ухаживай за гостями, хорошо? Хорошо. Вам налить чаю? Шахзод! Что случилось? У Митаке? Сынок? Ты что здесь делаешь? Осторожней, Шахзод, в доме гости. Здесь никаких проблем нет. Просто я пришел поздравить вас. Я желаю вам только... счастье. Я не подонок, как ты. Пулатаке. У меня есть дела к моей супруге. С вашего разрешения. Сынок. Мама. Все нормально. Малика, уйдем. Уйдем отсюда. Нам нечего здесь делать. Будьте счастливы. Идем, любовь моя. Поторопись, подруга, поторопись. Что случилось? Давай, быстрее. Что? Заходи, быстрее. Что ты медлишь? Заходи. Кир? Нургуль, зачем я вошла сюда? Глупая Нургуль. Что вы здесь делаете? Нургуль не виновата. Я ее попросил. Какая разница? Сегодня моя свадьба. Если нас увидит Шазотаке, нам не сдобровать. Сорви нос. Не нервничай. Успокойся. Прошу тебя, выслушай меня. Причины того, что ты отреклась от меня... является беременность Малики? Ты приняла это решение после того, как узнала о беременности Малики
так? Это не так. Я об этом позже узнала. У Митаке все осталось в прошлом. Теперь мы должны думать о тех, кто рядом с нами. Мы должны сделать их счастливыми, думать о наших близких. Я хочу, чтобы вы до конца были счастливы с Маликой. Значит, ты выбрала Шахзоду. Ты хочешь связать свою жизнь с ним? Я люблю его. Мы будем счастливы. Наши с вами пути разошлись. Желаю вам счастья. Прощайте. Заходите. Дорогой, заходите. Проходите. Не заставляйте гостей ждать. Давай, зайдем в дом. Ну-ка, идемте. Давайте. Хорошо, ну-ка. Давай, идем, Пулат. Вы выглядите намного лучше. Невестка, все говорили, что вы... Что вы умерли. До моей смерти оставалось совсем немного. Меня в течение... нескольких лет прятали в психиатрической больнице. Я хотя и дышала, но была живым трупом. Потом вдруг все изменилось. Кто-то помог мне. Я потихоньку... начала приходить в себя. Что вы здесь делаете? Как? Как там мой сын Шахзод? Как мой Шахзадчан? Thank you.
хорошо. Какое имя вы дали моей младшей дочери? Сегодня свадьба Шахзода. Почему ты так смотришь на меня? Все нормально? Почему ты так смотришь? Просто так. Почему мы пришли сюда? Что это значит? По правде говоря, я устал от ненужных мыслей и от разных людей. Теперь я хочу жить ради нашего с тобой счастья. Остальное все ерунда. Ты знаешь, мне ничего не нужно, кроме моих родителей, сестры, тебя и нашего будущего ребенка. Разве я не прав? Да. Я уважаю и твоих родителей. Теперь я хочу жить и радовать своих близких. Я поняла вас. Спасибо вам. Заходите. Заходите. Добро пожаловать, царь Нос. Теперь это и твой дом. Шахзод. О! Как ты? Лобар. Хорошо, что ты не мальчик. А то бы ты получила от меня за то, что ты не пришла на свадьбу. Ты же знаешь свою бабушку. Да. Знакомься, это Сарвинос. Знакомься, это Лобар. Добро пожаловать. Мы с детства росли вместе. Спасибо. Шахзод. Много рассказывал о вас. Будьте счастливы. Спасибо. Прекратите! Свадьба давным-давно закончилась. Пусть каждый идет в свою комнату. Дорогой, все закончилось хорошо. Когда... Дорогой, когда я увидела во дворе у Миджана... Что только я не передумала. Вы представляете? Хорошо, что он не создал проблему. Эх, вы женщины. Только и делаете, что паникуете. Что? Что? Сразу вы все выбежали гурьбой. Дорогой, могло произойти что угодно. К счастью, мой сын немного помнил. Да, он помнил. Да, мама. Мой брат стал слишком умным. Вообще, я могла бы и не ходить на эту свадьбу. Это вы заставили меня. Дочка, ты бы скучала дома, одна. Наоборот, мне было скучно на свадьбе. Это разве свадьба? Тоже мне. Кто сейчас проводит свадьбу дома, мама? Это и свадьбой назвать нельзя. Эй!
Хватит, перестань болтать. Лучше иди спать в свою комнату. Кто тебе позволил обсуждать чужую семью, а? Хорошо, извините, папочка. Иди в свою комнату. Ладно, спокойной ночи. Хорошо, отдыхай, дочка. Хорошо. Дорогой. Что? Интересно, куда Умиджон повел Малику? Откуда я знаю? Ходят, наверное, гуляют. Какое твое дело? Оставь в покое молодых. Пусть гуляет в свое удовольствие. Что я тебе говорил? Говорил, что Умид поумнеет. Ну, вот. 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 Пришли. Ассаламу алейкум. Мы только что говорили о вас. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хорошо провели свадьбу? Все хорошо? Все нормально, доченька. Ваша сестра взяла под руку жениха и по звуку «йор-йор» покинула родительский дом.